business for 50 years. If people have a problem and don't want to talk to the police, they want to talk to me. So this Friday afternoon, I got a phone call. Young lady asked me to go downtown. What the hell is a girl like Mandy Cooper doing at the Lower Manhattan Ocean Club? Looking like a Texan model. I've got a voice like Mahalia Jackson. Don't need to work in slots like this. She got a pair of blue eyes that look green to me. And then she... Трио К7300. Аппарат сделан в Японии. Японская модель для внутреннего рынка. Питание, соответственно, 100 вольт. В России питание 220 вольт, но с некоторых пор уже 235 вольт в соответствии с европейскими нормами. Поэтому для подключения японской техники необходимо предусмотреть понижающий трансформатор. Ну, здесь вот в данном случае у нас есть 100-вольтовый японский CD-проигрыватель Kenwood DPK-1100G и 100-вольтовый усилитель. Поэтому в таком варианте самое простое подключение, когда мы подключаем, например, CD-проигрыватель к усилителю. С CD-проигрывателя идет вилка, которая подключается сзади. В усилителе есть вилка для подключения аппаратуры, а уже сам усилитель мы должны подключить понижающий трансформатор, который из нашей сети 235 вольт делает 100 вольт. В данном случае я использую штиль на 400 ватт. Он подключен в розетку, и из него вот выход идет уже 100 вольт. Это штиль на 400 ватт, это штиль на 1,6 кВт. Другой вариант получить 100 вольт – использование лабораторного автотрансформатора «Латтер». Вот такая вот вещь. Здесь мы вот этим контактом включаем вилку, втыкаем его в розетку, а отсюда получаем нужное нам напряжение. Напряжение мы с помощью вот регулятора, мы его поворачиваем и здесь выставляем 100 вольт. Но вот эти все датчики, они очень неточные, поэтому по этим датчикам лучше не смотреть, а померить мультиметром на этих контактах и получить ровно 100 вольт. Вот. Это в данном случае это 2-киловаттный
латтер. Полкиловаттный латтер будет почти даже два раза меньше точно по размерам. То есть он компактненький, красивенький, работает хорошо. Вот. И третий вариант. Значит, латтер стоит подешевле, соответственно. И последний вариант, который можно использовать для понижения напряжения до 100 вольт, это изготовить самостоятельно такой вот конвертер. Мы можем взять советский понижающий трансформатор ТПП-322 мощностью 200 Вт. Здесь вот ТПП-322, 220, 50. Значит, у него особенность какая, что мы можем на него подать 220 вольт и с него снять 100 вольт. Его обмотки позволяют. Берем мы с первичной обмотки, если кто немножко погружен в эту тему. Значит, как подключено? Вот у меня трансформатор. У него разъемы пронумерованы. Значит, чтобы его подключить к 220 вольт, вот вилочка 220 вольт, мы берем два провода, один провод мы ко второму контакту припаиваем, а второй провод от вот этой вилки мы припаиваем к седьмому выводу. Теперь далее, что нам нужно сделать? От седьмого вывода... к седьмому выводу. Теперь мы берем еще один провод. Это уже у нас будет выход для подключения усилителя. С этого провода, этот провод, мы один конец вот у нас остается так вот, а второй конец мы припаиваем следующим образом. Одну жилу мы припаиваем тоже к седьмому выводу. То есть у нас получается этот к седьмому выводу припаиваем. А вторую жилу мы припаиваем к восьмому выводу. Вот восьмой вывод, вот он. Вот. Тут у нас еще есть вот девятый вывод, вот этот. Значит, то есть вот этот вот кабель мы припаяли к седьмому и к восьмому выводу. Вот, видно. Теперь у нас есть девятый вывод. Девятый вывод мы просто берем и проводочком отдельным, отдельный проводочек, он не связанный, это он отдельный вообще. Просто взял вот такой вот проводочек маленький, и я его припаял к девятому выводу и к третьему выводу. И все. Теперь я его включаю в розетку, а вилку от усилителя подсоединяю сюда. И все, у меня получается понижающий трансформатор очень хороший, бесшумно работает. Значит, как я именно к вилке вот это могу прикрутить? Ну, можно, конечно, придумать, там, сделать какую-то розетку, но сейчас я покажу вилку настоящего японского аппарата. Значит, вилка аппарата выглядит вот так вот. И несложно увидеть, что на ней есть дырки. И мы просто вот в эти дырки просунем вот этот проводочек. Тут закрутим и тут просунем, закрутим. Потом можем изолентой заизолировать, если не собираемся перетыкивать туда-сюда. И все. У нас получился хороший понижающий трансформатор за недорого. За недорого это за сколько? Можно найти совсем дешево. Да? Но в среднем ТПП-388 несколько месяцев назад, если найдете в своем городе, он стоил 800 рублей. И вот, грубо говоря, за 800 рублей мы получаем понижающий трансформатор, с помощью которого можно подключать большинство техники. В общем, я на этот трансформатор подключал вообще очень мощные аппараты, включая такие мощники, как Onkyo 506. Вот, а так как все равно на полную громкость я не слушаю, то, соответственно, мне вот этих вот 200 Вт, его номинальных 200 Вт, мне их хватало более чем. Я не было недостатков питания. Вот. То есть, теоретически-то можно было бы и более мощный трансформатор, но вот в этой линейке ТПП-322 это самый мощный, 322.
на 200 ватт. Ну, в общем, его хватает. И для такого вот трио он с избытком. Значит, если же не в своем городе, то я вот покупал, по-моему, в Ульяновске вот этот вот трансформатор по Авито. Вот. Но мне там как-то так неудачно отправили транспортом, и мне доставка обошлась в 1000 рублей. У него там вышла себестоимость, у него 1800 рублей. Вот. Ну, я покупал его, конечно, не для понижения, а я хотел на нем усилитель сконструировать, спаять. Вот. Ну, в итоге потом понадобилось, я из него сделал понижающий такой вот трансформатор, и он работает бесшумно, отлично. То есть это тоже вариант, можно сэкономить.